Во время проведения Экофеста 2017 состоялось торжественное вручение Анатолию Юницкому статуэтки «Золотая колесница», которую генеральному конструктору передал заместитель генерального директора по развитию закрытого акционерного общества «Струнные технологии» Виктор Бабурин. Напомним, что церемония награждения лауреатов этой престижной международной транспортной премии прошла в рамках финансово-экономического форума стран СНГ и Европы под названием «Пражские деловые встречи», который состоялся в столице Чехии, Праге. Технологии Skyway была присуждена победа в номинации «Самый инновационный экологический проект в транспортной отрасли». Примечательно, что на счету технологии Skyway это уже третья победа. Ранее струнный транспорт удостаивался почетной наградой в 2009 и 2011 годах. В работе форума приняли участие руководители национальных банков и бирж, представители финансовых ведомств, банковских объединений и ассоциаций, а также руководители инновационных и инвестиционных компаний государств-членов Содружества и Европейского Союза. Участники мероприятия рассматривали вопросы, касающиеся поиска новых форматов экономического сотрудничества в условиях современных геополитических реалий. Среди спикеров форума Сергей Сибиряков, который в своем специальном докладе представил технологию Skyway в качестве глобального коммуникатора, способного не только изменить общепринятые представления о грузопассажирских перевозках, но и обеспечить беспрецедентный уровень социально-экономической консолидации. По мнению Сергея Анатольевича, высокие технические характеристики технологии Skyway вкупе с выдающейся экологической составляющей позволяют ей по праву считаться революционной. Таким образом, разработки инженерной школы Анатолия Юницкого в очередной раз получили заслуженное признание на самом высоком уровне.